Привет, спейслорды. Давно не виделись. Целую неделю не встречались, но вот время пришло. Добрался я таки до миссии «Двойной агент». Сегодня ее и посмотрим в роли наемника. Подключаемся, ждем, когда подойдет наша очередь. Согласование найдено. Двойной агент. Где наша Шая? Берем Шаю. Кто с нами еще? Чего не подключайтесь? Давайте, ребята, быстрее. Спейс гильдия. А этот, видимо, бес, да? Награда до 2000 экспириенса, до 8000 золота, до 2000 баллов таланта. Так. Все отлично. Остался дядя бог сын. Uncle God Son. Что-то это Святой Дух Сын и этот. Понятно. Ух ты, антагонист к нам пришел в гости. Ну ладно, будет веселее, значит. В любом случае, с антагонистом веселее. Куда это вы там все? Где он, кстати? Вижу элитного. Антагониста пока не видно. Может, поищем антагониста? Не трогайте Шнайдера. Так, что тут нужно сделать? Я так понимаю, сопроводить просто? Ладно. Я снайпер, я в ближний бой не ввязываюсь. Я поддержка. Куда вот эти постоянно стремятся, я не могу понять. Буду убивать. А где все наши бойцы? Что-то я никого не вижу. Ой, они наверху уже воюют. Надо немножко патрончиков подобрать. А где антагонист, а? Дайте хоть его разок грохнуть, все-таки интереснее будет. Это элита была. Ну, выходи же, антагонист. Ой-ой-ой, кто-то там что-то делает. Что-то делает не то. Ой-ой-ой-ой-ой. You very slow, ты слишком медленный, да? Но. Ой-ой-ой. Пока осложнение не предвиделось, да? Пока ничего сложного я не увидел, но, если честно, не видел даже, где наш антагонист делся.
Ты под воздействием помрачения. Вот и антагонист объявился. Ладно. Все собирают этот энергию Альфа, один я без нее. О, а вон походу и антагонист, да? Ну. Ах, ладно, не я добил, хорошо. Так, а где этот делся? Робот большой. Может сосредоточиться на нем? Ой, что-то он ко мне, по-моему, собрался. Антагонист, выходи. А, вот она. Ах, черт, опять не я убил. Ой, отстань. Эй, тут ничего себе. Ой-ой. Надо менять место дислокации, походу. Ты под воздействием помрачения. Есть, хоть раз. Хоть один разок. Надо ж как-то с роботом разбираться, ребята. Ой, патроны закончились. Идем искать. Где кто? Есть живые? Походу нету. Давай, 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 давай. Этот мой, этот мой, этот мой. Есть контакт. Оружие что, не дал? Чё за... Что за непорядок? Так, оружие дали. Отлично. Куда он улетел? Зади Шнайдера взрывом цветка. Что за взрыв цветка? А, вон они. Опять куда-то исчез этот.
Ой, ко мне идут. А, вон оно что. Понятно, это когда он рядом. Видимо, можно неплохо урон ему нанести. Я думаю, мы его и так покромсаем нехило. Кто-нибудь атаковать механоида. Что это такое? Чё оно светится? О, господи. Ай! Ой! Так, немного патронов. Не помешает. Ну, в принципе, задача простая, только если бы был посерьезней. Если бы был посерьезнее антагонист, возможно, нам бы было бы тяжелее, а так. Какой-то он так себе, если честно. Так, 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 сейчас мы его кончим, ребята. Давайте, еще чуть-чуть. Ух ты! Элитный-то взялся как-то непонятно откуда, если честно. Со спины. Или я не то место занял. Эх. Антагониста грохнули без меня. Где робот делся? Не вижу робота. А, вон он. Ух ты! Ху-ху-ху-ху. Как меня красиво срезало лазером. Шнайдер. А, сразу меня Денора немножко, антагонист. Потом Шнайдер добил. Ну ладно, это в принципе не страшно. Ой. Где он? Где он? Где он? Где? 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 О, когда спереди стреляешь, видимо, большой урон наносится ему. Так, немного патронов и заодно энергии Алифа. Так быстро. Главный игрок. Я не сомневался даже. У меня была классная поддержка. Я уничтожил, наверное, кучу просто врагов. Просто кучу. Так, бонус за скорость. Ух, выносливость. 9 раз наемника убил. Антагонистов двоих. Солдатов 44. А вот выживание что-то я не пойму, за что это дается. Ну, 8,8. Отличный результат. Почему нет? О, почти 8000, 2000 талантов. Отлично, отлично, все хорошо. Сколько еще опыта дадут, интересно. Забираем награды. Двойной агент 2,7. Далее. Ну давайте мне опыта побольше. 3000. Может быть еще 1000. Отлично, 4000 опыта. Супер просто. Сразу 43 левел взяли. Отличный бой, правда, очень быстрый.
Ничего страшного, в следующий раз попытаемся помучить антагонистов подольше. А на этом пока у меня все. Ставим лайки, подписываемся на канал. Ну и ждем моих роликов. Всем пока!